Секс-символ нулевых. Маша Малиновская боится за свою жизнь. Девушке поступают страшные угрозы от бывшего мужа. Об этом телеведущая написала в своем микроблоге. Она разместила в Инстаграм фотографию экс-супруга и написала шокирующие слова. Вот он, герой моего романа. Не так давно Давитяшвили Денис Александрович. Если со мной, моим сыном или матерью что-нибудь случится, нападение, похищение, смерть, заказчиком любого из возможных происшествий может быть только один человек. Спирков Денис Александрович. Как уверяет Малиновская, мужчина даже сменил фамилию, чтобы не платить алименты. Он не дает разрешения на вывоз общего ребенка за границу и по прошествии 2 лет ни разу не проявил интереса к его жизни. По слухам, сейчас Маша ищет хорошего адвоката.